Сегодня со мной какой-то ребенок. Мне сказали, что он мой сын. Я, в принципе, его принял. Но у моего сына, как и у меня, есть одна претензия, которую мы хотим сказать. Скажи всем привет, скажи. Привет! Ты помнишь, когда мама наглеет дома? Что папа ей говорит? Давай, диджей, вон доллар, запускай! Все, вот и маме не говори, что мы такое говорили. А то у меня будет проблема. Ладно, пока у нас заряжается диджей, мы эти два дня очень четко и очень громко здесь качали, и ни один человек все-таки не остался равнодушным. И я слышал от своего на вот эти ряды, эти ряды, эти ряды, эти ряды и эти ряды. И сейчас, если мы готовы, диджей Иванова? Нет? Не подключено? Хорошо. Че мы и без музыки сможем. Один вопрос. Вместе со мной, вы готовы? Пока начнем раскачиваться. Слышь, ты че такая? Окей, я хочу вас слышать. 16 сантиметров каблуки, малыш батует, готовить не умеет, зато как танцует. Ее фасад парней интересует, селфи в инстаграм, что? Увел ее из клуба, теперь пора спешить. В багажнике прохладно, прошу меня простить. Жиги тут крал тебя, это причина детская, слышь? Ты че такая детская, а? Ага. Ги, ага. Окей, окей. Слышь, ты чё такая? Эй, эй, о-о-о. Ну чё, своё? Ты решила идти по краю, непослушная ты совсем, и как будто со мной играя, улыбайся. Твоё тело не приручили, ядовитая песня. Вопрос, раз ты причина резкая, слышь, ты чё такая?